Процессы некоторые идут, но с моей точки зрения эти процессы происходят в столь переходный для мира период, что результаты их практически невозможно предсказать. Это производит в условиях общемировой турбулентности. Поэтому то, что, например, самолеты из Еревана в Стамбул летали, это факт, и это было и без всяких переговоров. Так или иначе, в самой Турции есть и армянская община, которая тоже в этом заинтересована, в расширении контактов и так далее. Что само по себе любопытно, но пока говорить рано. С моей точки зрения, Эрдоган не готов ввязываться в конфликт в Закавказье, учитывая позицию Ирана. Он совершенно однозначно показывает, что конфликт с Ираном, как бы его ни толкали, в том числе его союзники по НАТО, он ввязываться не намерен. Алиев пошел по другому пути. Правда, на сегодняшний день идут переговоры, но тем не менее идут они не очень, прямо скажем, пока с положительным результатом. То есть Иран пытается как-то вести переговоры с Тегераном, с Баку. Но на сегодняшний день появилась информация о том, что еще раз Иран подтверждает, что любые попытки захвата территории Армении или создания экстерриториального коридора Иран не приемлет.